Всем-всем доброе солнечное воскресное утро. Прекрасный день, солнце, золотая осень. Мы решили отправиться на прогулку. Ну что сидеть дома в такую погоду? Просто преступление. Ну, конечно же, сначала будем завтракать. На завтрак у меня будет шарлотка ПП в микроволновке. 5 минут и вкуснятина готова. Я на нее просто подсела. Повторяю уже 3-й раз. Мне она очень нравится. Пористая, в меру влажная, с кисленькими яблочками, да с кофейком. Советую всем приготовить, попробовать. А сейчас я пью лимонную воду. На ночь залила лимонной водой и буду пить весь день. Очень вкусно и полезно. Витамин С. Ну а теперь приступим к приготовлению шарлотки. Если вы придерживаетесь правильного питания, то можете побаловать себя вкусной яблочной шарлоткой на завтрак. А приготовить ее можно в микроволновке всего за 15 минут. Одно яблоко очистить от кожуры, перегородок и семян. И порезать на мелкие кубики. Выкладываем в миску. Добавляем одно яйцо. 4 столовые ложки сметаны или кефира. Сахарозаменитель по вкусу. Я добавила 2 мерные ложки. 1/2 чайной ложки разрыхлителя. И 3 столовые ложки рисовой муки. Все перемешиваем до однородной массы. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Я буду запекать пирог в стеклянной пиале. Массу перекладываем в пиалу, хорошо разравниваем и утрамбовываем. Ставим в микроволновку на 5-7 минут. Готовую шарлотку украшаем растопленным шоколадом, либо сиропом топинамбура. Пробуем. Пирог получился ароматным, пористым и в меру влажным. От такого завтрака у вас будет отличное настроение на весь день. Всем приятного аппетита! Завтракайте вкусно! Находились в усадьбе Некрасова. Очень классно, особенно осенью. Так красиво, такой воздух. Нам очень понравилось. А сейчас я хочу приготовить ужин. На ужин у меня будет сочная курочка в духовке со сливочной ноткой. Давайте смотреть рецепт. Берем курочку, у меня весом около 2 кг. У куры вырезаем хребет. Он пригодится нам для варки бульона. Курочку как следует промокнуть бумажным полотенцем снаружи и изнутри. Смазываем курочку изнутри сливочным маслом, мягким, комнатной температуры. Солим и перчим по вкусу.
переворачиваем и смазываем снаружи тоже сливочным маслом. Кожу у курочки отогнуть и запихнуть под кожу сливочное масло, так курочка будет сочней. Посолить и поперчить по вкусу. Крылышки заправить внутрь, вниз, чтобы они не подгорели. Ставим в духовку разогретую до 200 градусов на 35 минут. Достаем и смазываем любимым соусом барбекю и обратно в духовку. За час кура будет готова. Это очень вкусно и сочно. Советую приготовить.